Дальше не пустили, там уже тоже кинозалы, говорит, снимать там нечего. Поэтому идем вниз. Вот и все. На этом краткий обзор торгово-развлекательного центра терминал 21 в Паттайе. Я закончил. Возможно, кому-то будет интересно. Возможно, кому-то будет полезно. Кто-то увидит, что-то для себя подчеркнет. Может быть, название бутика какое-нибудь, который хотели посетить. Или же что-нибудь вкусное здесь кушать. Вот, тайская манго. Вкусная, сладкая, сочная тайская манго. Замечательно. Много народу. Вот такой сделали красивый торговый центр. А вот со стороны Grand Center Point, Паттайя, это терминал 21. А вход есть через лифт. Подняться на смотровую площадку. Пойдем поднимемся. Ресепшн. Красота. А, люди, ну да, здесь на лифте подниматься. А многие не знают, как разобраться. Извините, испортил. Люстра. И поедем на 32 этаж. А, вот и написано 32, то есть кайф. С двух сторон кнопки дублируются. А мы приехали на G, да? Этаж G. Ты знаешь, там 32 этаж, интересно, он, по-моему, та смотровая ниже находится. Или просто так смотрится? Прибыли, 32 этаж. О, красиво. Grand Center Point. А вот видно Паттайю. Но это не та площадка. Там площадка другая. И бухту видно, вон Паттайя написано, где этот Балихай пирс. А я думал подняться над именно терминалом. Это мы в отеле поднялись, в ресторан. А в ресторане смотровая площадка вот такая. А вот Ривьера светится, в которой мы проживаем, с бассейнами. Вот я думал, куда подняться. А, это получается, все понятно. Это аквапарк отеля, а я думал, это смотровая площадка. Но тут шикарно у них, конечно, смотрится. И
горки есть, и бассейн большой. Вот так вот. А мы поднялись еще выше и увидели все по-другому. Это вот именно зона отдыха и релакса детская. Сейчас попробуем попасть на нее, если сможем. Это вот фонтан с дельфинами. Конечно, молодцы. Делают все лучше и лучше. Вот с другой стороны. Даже вертолетная площадка есть. Красота. Ну, туда уже спускаться не буду. А вот кто в отеле проживает, я думаю, что могут туда попасть. Ночная Паттайя разрастается, становится все больше и больше. Вот и торгово-развлекательный центр. Терминал 21 в виде аэропорта сделан. Ночной город. Приятно смотреть. Ладно, спускаемся вниз. Случайно, но нам повезло. Сели в лифт, а люди с картой, ключ-картой отеля поехали с нами и нажали кнопку F. И мы с ними вышли и попали вот в этот чудо-рай, который, я думал, сверху мы не сможем попасть, аквапарк. Это для жителей отеля. Но нам удалось в него попасть. Конечно, сейчас ночь. Камера всей красоты не передаст. Посмотрим. Пройдемся, глянем. Да еще это музыкальное сопровождение здесь идет. Могут просто наложить запрет на именно музыкальной дорожке, или как всегда это делают, если дорожка имеет правообладателя, то монетизацию, хотя монетизации пока на канале нет, переключат просто на правообладателя. Красота. Качельки, зонтики, шезлонги. Красота. Сейчас поднимусь сначала вот по этой взлетно-посадочной полосе наверх. Посмотрим вид с нее, потом спустимся вниз. Видно, люди сидят. Отдельные такие места. Но столики небольшие, но компанией можно посидеть. Видно хвост самолета. А это вот, вот такой вот вид. Со стеклянным дном. Не знаю, кружится у кого голова, не кружится. Страшно, кому не страшно. Но вид хороший. И вид на самолет сверху.
Первый раз увидел людей здесь. Лежа заползали. У кого-то есть страх. Каждая пальма, каждое дерево подсвечены. Пройдем, гляну просто горочку, какого размера. Музыкальное сопровождение, конечно, немножко не нужно, но пока я не умею обрабатывать звук, чтобы именно убрать звуковую дорожку. Надеюсь, со временем я смогу себе это позволить, чтобы мне помогли убирать эти вставочки. А это типа роботов. Детский бассейн, детские горки. Очень хорошо. Горка выходит прямо в воду, не над водой, а прямо в воду для детей. Отлично. Ударится, не ударится. Покататься смогут. Ну, вот такой шикарный аквапарк с зоной отдыха. Класс. Спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Так, пройдусь вот здесь вот. Посмотрю. Здесь, в принципе, ничего сверхъестественного нету. Зона для релакса. Вот такой сделали красивый торговый центр. На этом все. Всего вам доброго.